В октябре 1997 года командир Одинцовского поискового отряда «Китиж» Антон Кузнецов получил паспорт поискового отряда, документ, подтверждающий право ведения деятельности. За плечами одинцовских поисковиков десятки экспедиций, множество исследовательских и военно-мемориальных проектов. Сегодня бойцам «Китижа» активно помогают сотни добровольцев. Отряд ведет активную работу с подрастающим поколением, помогая воспитывать ребят настоящими патриотами.